радио «Голос Англии». Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы настроили приемники на волну «Радио Голос Анд». Напоминаю, мы вещаем на частоте 13 800 кГц, в диапазоне коротких волн 22 метра. Каждую субботу с 15.30 до 16.30 по всемирному времени. Пишите нам по адресу: Россия, город Воронеж, индекс 394-036, абонентский ящик 585. Голос Англии. В течение этого получаса вы услышите следующие передачи. Завтра наступает сегодня. Далее вы услышите передачу из архива русского христианского радио «Путь, истина и жизнь». В заключение прозвучит программа «Вечная истина». Изучение Библии книга за книгой. Ведущий – пастор Геннадий Строков. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам хорошего приема и обильных благословений от Господа. Здравствуйте все, кто сейчас настроился на программу «Завтра наступает сегодня». И как всегда, мы, ее ведущие Дмитрий и Светлана, а также доктор Сейла, хотим поделиться с вами, а точнее, поразмышлять над культурой прагматиков. Преамбулой этих размышлений может послужить следующий стих из первого псалма. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Когда кто-то другой сделает это, вы точно знаете, что это ложь. Но когда сами говорите гаишнику: «Я точно знаю, что ехал со скоростью 40 км в час», то вы просто слегка искажаете правду. Вы же знаете, что ничего плохого в этом нет. Когда вы меняете данные, заполняя заявление о приеме на работу, скажем, слегка увеличивая зарплату на прежней работе, или добавляя себе несколько лишних лет обучения, кто будет звонить в школу и узнавать, сколько в действительности классов вы закончили? Знайте, что ваши действия имеют совершенно определенное название. Искажение информации. Но вы полагаете, что незначительное искажение информации – это не ложь. И к тому же она служит вам во благо. Ну и что же? Билл Гейтс – подлый богач, верно? У него столько денег, что начнем пересчитывать их вручную, ему не хватило бы всей его жизни. И вы бы не смогли этого сделать тоже, поверьте мне. Итак, если вы покупаете на черном рынке взломанную копию программы, которую выпускает предприятие Билла Гейтса, в сотни раз дешевле, чем она стоит на самом деле, хорошо это или нет? Сегодня мы стоим перед лицом не только пиратства в области программного обеспечения или искажения информации. Мы с вами в самом эпицентре культурной войны и жульнического прагматизма. Что это значит? Очень просто. Если ваш обман сработает, обмани. Если ваша полуправда принесет вам какую-то выгоду или преимущество, скажи половину правды, а почему нет? И эта война захватила все наше поколение. И судя по ее результатам, человечество ее проигрывает. Это как туман, который неожиданно наплывает и полностью искажает наше зрение и отравляет жизнь. В эфире программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня». Как-то я читала статистические данные одного очень интересного опроса. Женщинам задавали один и тот же вопрос на улице. Смогли бы вы изменить своему мужу? После традиционного ответа «конечно же нет», немедленно следовал второй вопрос. А если бы вам предложили это сделать за 1 000 000 долларов? Следовала пауза, в течение которой женщины стали равными двумя неизвестными. И супружеская верность. «Да, смогла бы», — ответило значительное количество женщин. «Это же совсем другое дело». Наша культура стоит на прагматизме. Философия, психологом Уильямом Джеймсом. Прагматизм подразумевает, что истина не есть абсолют, а лишь составляющая для изменения ситуации или обстоятельств. А также реальная проверка того, что представляют собой ваши чувства в отношении себя и сути дела. Что хорошего она несет вам? И что вы при этом чувствуете? Неудивительно, что русский писатель Федор Достоевский в «Братьях Карамазовых» написал: «Если Бога нет, то все дозволено». А в чем мораль, спросите вы? А в том, что вам все-таки придется выбирать.
Позволите ли вы, чтобы прагматизм, который подразумевает полную свободу действий, свободу выбора путей достижения желаемого, уничтожил самое ценное, что у вас есть – вашу жизнь? Или вы выберете узкий путь, по которому большинство предпочитает не ходить вовсе, но который был благословлен Богом? Помните, как сказал Иисус: «Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». И еще, какой бы вы выбор ни сделали, он повлечет за собой последствия. Когда вы живете в мире прагматизма, ваша душа остается без якоря, и ей не за что зацепиться. Вместо свободы вы заканчиваете свою жизнь в оковах пострашнее тех, что можете себе представить. И помните, выбор за вами. Прочитайте книгу «Бытие», 19 главу. И ждем новых встреч в эфире. Всего вам доброго. Благодарим за ваши письма и ждем новых с вопросами и пожеланиями по электронной почте mostsobachkamail.ru. Дорогие радиослушатели, прослушайте важное объявление. Радиостанция «Голос Ант» с 31 октября переходит на новую частоту вещания. Мы по-прежнему будем вещать по субботам на коротких волнах, но уже на частоте 9500 кГц. Диапазон 31 метр. С 15:30 до 16:30 по всемирному времени. Сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти. Псалом 118, стих 36. Открытие анестезирующих свойств хлороформа в 1846 году сделало 35-летнего профессора акушерства Джеймса Симпсона известным по всей Шотландии. Однако столь важное событие не дало ему того наслаждения, которое он предвкушал. Вместо этого он чувствовал себя обремененным, обеспокоенным и даже виновным, словно бы он убегал от проблем жизни, а не преуспевал в ней. Надоедливые вопросы юности о смысле жизни возникали в его голове, и он знал, что на них нужно найти ответ. Когда некоторые люди в периодической печати попытались оспорить применение анестезирующих средств с религиозной точки зрения, Симпсон опровергнул нападки, обосновав свой ответ Словом Божьим. В результате его стали называть врачом-христианином. В глубине души он понимал, что это определение ошибочно, потому что поклонялся успеху, отвергая всякую возможность личного общения с Богом. В это время произошло событие, которое произвело неизгладимое впечатление на метущуюся душу известного молодого врача-акушера. После продолжительной болезни умер его очень близкий друг Джон Райт. Доктор Райт по-настоящему верил в Господа Иисуса Христа, и Симпсон знал об этом. Но когда он стал свидетелем мучительных страданий друга, он был потрясен его необычным присутствием духа. Он услышал предсмертные слова Райта своему спасителю: «Этот мир остался позади». Симпсон, жизнь которого зависела от мира и мирских благ, не мог забыть, что он видел и слышал у смертного одра своего друга. Серьезнее, чем прежде, он начал искать ответы на свои духовные вопросы. Однажды его позвали к больной. Это была женщина-инвалид. Она была обращенной христианкой, и пока прописывал ей курс лечения, она стала беседовать с ним. И позже он обратился к ней с просьбой написать ему слова ежедневной молитвы. В своем ответе пациентка написала: «Когда не будет тех, кому надо будет оказывать милосердие, когда уже не будет больных и болезней, когда все, чем я занимаюсь сейчас, станет ненужным,
Что тогда будет наполнять мое сердце, мысли и волю? Многие годы Симпсон задавал эти вопросы, но никогда серьезно не искал на них ответа. Но вот теперь он пришел к осознанию греховности своей жизни и пренебрежительного отношения к всемогущему Богу. В душе Симпсона разгоралась битва. С одной стороны, он был привязан к почестям и богатству, с другой – отпущение грехов и познание Бога. Наконец, борьба стала невыносимой, и он поспешил к дому своей наставницы. «Я почувствовал, что должен куда-то пойти сегодня вечером. Я хочу прийти ко Христу, но не могу увидеть Его», – сказал взволнованный Симпсон. Знаменитому доктору было предложено покаяться пред Богом в грехах и поверить, что Христос умер ради его спасения. И вот накануне Рождества 1858 года Симпсон уже мог засвидетельствовать, что пережил перемену и стал новообращенным христианином. Сразу же изменилось его отношение к жизни. Он обнаружил, что получил новые понятия о Боге и его слове, Библии. Он начал молиться с таким чувством, которого не было раньше. И Бог отвечал на его молитвы. После обращения его тщеславие и самолюбование умерли. Его жизнь началась сначала. Когда уже за 50, ему присвоили дворянское звание. Он внес весомый вклад в развитие анестезирующих средств, открыв свойства хлороформа. Симпсон заложил основы для развития гинекологии как науки, и некоторые его работы являются лучшими среди трудов по гинекологии в том столетии. И все же, несмотря на все это, когда Симпсона однажды спросили на публике, какое было его самое великое открытие, он, не колеблясь, ответил: «То, когда я нашел Спасителя». Янг Симпсон умер в возрасте 58 лет. В день его похорон никто не работал в Эдинбурге, и около 2000 человек следовали за катафалком. Его свидетельство получило широкое распространение среди шотландцев. Мы ничего не в состоянии сделать, чтобы смыть свою вину пред Богом. Но Христос совершил все, что требовалось. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. Вы слушаете Всемирное радио «Голос Анга». Мы вещаем каждую субботу на коротких волнах в диапазоне 22 метра. Частота 13 800 кГц. С 15.30 до 16.30 по всемирному времени. Ваши письма вы можете отправлять по адресу: Россия, индекс 394.03. Голос Анг. Собирайтесь для изучения Евангелия. Это программа. Мир вам, дорогие радиослушатели. Сегодня мы переходим к 11 главе книги послания. Я прочитал на сегодняшний текст. А я пишу. Итак, спрашиваю. Не верит, что я не верю? Никак. Ибо и я это не верю.